Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Война шуток. Так, у нас осталось две миссии буквально до босса. Так что поехали, вперед из песни. У нас 1 марта. Победить 50 врагов, это главное задание. Хорошо. Так, дрозда я брать не буду, давайте, наверное, возьмем с вами... Блин, может маслмена взять? Ладно, давайте, наверное, возьмем вот этого чувачка. Он более-менее такой тоже сильный, как и наш бобер. Короче, поехали. Ага, базеночка. Так, так, так. Победите врагов. Так, 50 штук. Уничтожить мини-базы 2 и отремонтировать пушки 5 штук. 127 дней войны у нас уже. Хорошо. Ну-ка. 3, 2, 1, go. Пора веселиться. Ну, мы сейчас этим и будем заниматься. У нас только сплошное веселье здесь. Хорош, заморозка уже. Ты достала меня в корень. Тут еще и помидоры. Щет. Ну, давай, 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 давай. Так, ладно, на бобра, если что, переключимся. Так, пора. Ну, ты будешь бомбить-то, ё-моё. Черт, бы тебя побрал. Давай отступать. Что бы нам поставить-то здесь? Давай пердушку поставим. Вот так вот, это хорошо. Ну что, теперь давай с тобой разберемся, что ли, а? Помидорчик хренов. Давай, 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 давай. Подопри... Ой, тихо, меняем. Меняем, успели. Успели и забомбили, как говорится. Давай тоже помидорку сюда поставим. Оп, 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 оп. С этой стороны бегут. Не тут-то было, лунатики. Отлично. 5 врагов уже победили. Нужно еще 45. Замечательно. Так, ты куда там побежал? Эй, хот-дог. Не добежал. Так, кассета поганая, ну. Молодец. Вот то, что она взрывается и своих взрывает. Вот это хорошо, ребят. А мы идем вот на эти турелечки. Когда я получу свой скилл-то первый, а? Ё-моё. Уже хочу бомбить. Замечательно, уровень. Так, давай-ка сюда пердушку влепим. Продолжаем бомбить. Так, у нас что по турелям-то получается? Две уже покоцанные. Где-то кассета пищит, я же слышу. Но не вижу ее пока. Давай, 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 отлично, все, молодец. Мы получили свой первый скилл, огромный пирог. Которым сейчас будем и бомбить. Куда вы собрались-то, ребята, далеко ли? А? Вот так. 20 защиты мы получили с вами. Оу, у меня одну турельку разбомбили все-таки уже, оказывается. Ладно, не беда, сейчас подождем, когда у нас откат произойдет, и восстановим ее. Ну, давай, давай, давай. Так, что будем делать? Давайте, наверное, помидорки. Все, нормуль. А ну-ка, обратно. Почесали, почесали. Блин, ну, правда, не очень долго они, конечно, бегут. Так вот, самое то, что надо. Так, у нас где-то две будет маленькие базенки. Надо будет их сейчас найти. Куда худ-дог собрался, далеко ли? Эй, что такое, блин? Не надо мне таких глюков здесь, да? Аниматроник, иди сюда. Так, ну ладно, я думаю, что с этой шалупенью мои турельки справятся. Нам надо двигаться вперед. Да ты задолбала уже кассета, а? Когда же я уровень-то еще получу новый? Блин, меняемся. Ну давай, ты не ори, блин, ты бомби давай, а? Черт, время-то идет драгоценное наше. Слушайте, по-моему, я немножко не туда пошел, мне кажется. Я уже даже перескочил. Так, давай пердушку сюда влетим. И мне нужно все-таки найти этого. А, вот она. Первая мини-база. Далеко собрались-то, олухи. А? Иди сюда. Кассета всех уничтожает. Ей пофиг. Кто там, враги или свои? По барабану. Ну вот она, первая мини-база. Сейчас мы ее разнесем. Естественно, отсюда сразу перестанут бежать уродцы. Нам станет немножко полегче. Готово. Так, ремонтируем здесь.
Давай ты быстрее. Куда вы там? Так, помидорки, давайте, бомбите по ним. Ну-ну-ну-ну, отлично. И последнего охламона вот этого. Молодцы, справились. На пятерочку. Так, что вы тут, помидорки, трясетесь? Надо защиту влепить. И под защитой уже будем разбивать. Так, ядовитое облако применяем. Вау. Вообще шикарно получилось. Так. А здесь давайте. Блин, надо было помидоры ставить. Нафиг мне эти яйцеметка, блин. От нее толку никакого. Защиту. И добиваем вот эту турель. Наверное, не успеем. Нет, успели. Все, у нас нормуль. Пердушка. Так, поменяем на повара. Да ё-моё, блин, хотел нажать, он побежал у меня куда-то не туда. Черт, я не могу понять, где тут чего, а? А, вот у нас вторая база. Хорошо, давайте ее разбомбим. И уже пойдем вот по средней дорожке, я так понимаю, там уже будет у нас главная база. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, повар, ё-моё, ну. Молодец, умница. Так, ты здесь пробежишь? Пробежишь. Сюда мы ставим помидорки. Кричим. Слушайте, а на турели по барабану? Что ты орешь, что не орешь, они все равно будут по тебе стрелять. Давай-ка вот так вот. Так, оно будет быстрее. Причем сразу две. Две турели мы забомбили. Продолжаем путь. И мы сейчас с вами направляемся уже на главную базу, ребят. Вот она. Вот она, стена здесь была. Сейчас мы ее разнесем к ядре и не фень. Только поменяем, наверное, на повара. Ну-ка, пирог. Замечательно. Нафиг я крикнул-то сейчас. Ё-моё, блин, никто не бежит, блин, я кричу. Ну что, я вам могу сказать заочно, что победа за нами, ребят. Никто не идет. Все тихо и спокойно. И победа за нами, ребята. Ух. Так, у нас с вами сейчас будет босс. Ну чё, комарик, давай. Черт, подери. Ах ты, я не отремонтировал еще две пушки. Ну ладно, фиг с ним. Это на прогресс не сказывается. А вот у нас сейчас будет и босс. Давайте смотреть. 17 марта. Главное задание — победить Меганоги Сьюзан. Меганоги Сьюзан. Так, эту бригаду мы, пожалуй, с вами и оставим. Поехали. Ого-го. Так, это что такое он там стреляет? 135-й день войны у нас. Меганоги Сьюзан, значит. А ну ладно. Вау-вау-вау-вау. Хорош, ребят. Нафига тут карта? Я представляю, какой у нас будет последний с вами уровень. Так, приехали. И погнали. Нам удавалось выигрывать лишь битвы, но не войну. До этого момента. Меганоги Сьюзан. Гигантские роботизированные ноги Сьюзан наводят ужас за то, как хорошо на них сидят брюки. Слушай, смотрите, тут две пушки мне какие-то. Хорошо, будем смотреть. Нас этим не запугаешь. Вау-вау-вау, тихо ты там, потише, Сьюзан. А почему ноги Сьюзан, если там сидит этот придурок? В ногах этот. Ну-ну, давай-давай, не раскисай, братиша. Черт, их побрал. Так, новый уровень, это хорошо. Помидоры. Блин, я сказал помидоры же, ёб твою медь. Лечим. Давай. Ну-ка, бомбим эту. Они прут и прут. Ну, здесь, по крайней мере, пока две дорожки у нас всего лишь. Я не понял, там уже кто-то мою машину, что ли, разбирает? Эй. Что за дела-то? Я не понял. Эй, олух. Фига ты тут пригрелся. Так, ладушки, двигаемся дальше. Кассета. Я одного не понял, почему у меня... А, нет, все нормально. Я думал, что какую-то турель у меня подбили, а оказывается, я еще не добил. Сейчас мы этим и займемся делом. Шикарно. Ставим сюда, давайте яйца. Ой, яйца, помидоры, конечно. Достало уже, а тут, блин.
Давай, 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 поваренок, быстрее, бомби. Отлично, умница. Так, давай еще помидоры влепим. Далеко собрались охламоны, а? Кассета взорвалась. Блин, надо вот эту мини-базу бомбить. Они оттуда и прут. Я думаю, что-то их дофига здесь. Я только уровни получаю. Так, если сейчас кто-то выйдет, я сразу ужас на них. Пускай они убегают. Но никто не бежит почему-то. Нам от этого лучше. Так, вот эту надо восстановить как можно быстрее. Ну давай, 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 откат, быстрее. Ну что так? Утомляешь меня аж прям. Давай сюда, наверное, вот так вот сделаем. Должна как раз по ним доставать. Так что нам только на руку это все. Так, следующая турель, блин, замерзайка. Надо ее шваркнуть побыстрее. Давайте пирог. Замечательно. И тоже поставим, наверное, вот такую штуку. Замедлялочку. Чтобы слишком сильно тут не бегали. Ну-ка, давайте-ка бобра. Он, по-моему, у нас поэффективнее в плане боевки. Но видите, как разбирает. Просто на ура. И скорость у него побыстрее. Ай, сюда не могу дойти. Так, давай-ка пердушку. Аниматроник, что стоишь-то? Плывешься. Получил свое? Да, улыбался. Ах, тут у нас даже будет три мини-базы. Ё-моё. Ладно, хорошо. Новый уровень, замечательно. Но, а, вот. Первый наш скилл открылся. Ядовитое облако. Так, а я не понял, а куда дорога идет? Так, погоди-ка, погоди-ка, ребята. Что-то я не въехал. Тут у нас тупик. Хм. Так, они стреляют. Стреляют, стреляют. А, вот, значит. Подожди ты, ё-моё, куда ты бежишь-то все время? Все, я понял, надо вот на эту перемещаться. На среднюю. Вот так вот мы по ней и пойдем. Ну что ты тут расстрелялся? На-ка, выкуси пирога. А мы поставим... давай помидоры. Хотя можно было бы и пердушку поставить. Она так была бы даже лучше. Ага, так, еще осталось. Вот эту добьем и 4 турельки. Всего лишь навсего. Ну-ка назад. Черт, меняем. Давай, давай, бобер, быстрее, ну. Вау. Шикарно. Эту подлечим, а здесь поставим замедлялку. Пускай замедляет их. Так, нам нужно найти еще одну мини-базу, чтобы открыть ворота до босса. Мне почему-то кажется, что это где-то вот здесь будет. Нет, я вру. Вот здесь, скорее всего, на самой-самой, как говорится, боковой. Да, вот она здесь, эта базеночка. Блин, не разбили еще пока. А с какого перепуга я турель-то подбил там? Странно. Это у меня такой радиус поражения получается офигенный. Ну что же, я только за. Последняя турель, ребята. И у нас будет сейчас босс. Супер-мега-ноги Сьюза. Да на ты получи пирогом. Достал уже выделываться здесь. Так, помидоры пускай будут. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за босс тут у нас такой. Та-да-ри-та-ти-та-там. Что ты там орешь? А ну-ка, обратно всем. Черт, подери, где пирог мой? Блин, как он быстро... Что он там делает? Блин, одни кассеты. Ох, нифига он... Нифига он разбомбил моего бобра. Ёлки-палки, а бежать-то сколько придется? Да, немало, немало. Ладно, хорошо. Блин, жалко, здесь нет ускорения. У нас, по-моему, под ускорением, да и то только бьет, это Мэслмен. А эти просто бегают. А, нет, Дрозд у нас самый быстрый. Ну и самый ватный. Давай, давай, повар, иди. Нам нужно... Я даже удара не нанес этим ногам. Офигеть.
Пи-пи-ри-пи. Посмотри, как он бежит. Посмотри внимательно. Пи-пи-ри-пи-ри-пи-ри. На цыпочках, елки-палки. Даже, скажем так, не бежит, а подкра... Да хорош так бомбить-то сразу. Ну-ка дай защиту нахуй поставлю. Может быть, так будет лучше. И газовую. Во! Пошел прогресс у ребят у нас. Что он там в какой-то луже стоит, ё-моё. Давай-давай-давай-давай. Бомбим этого квадратноголового. Так, пирог. Вот так вот. Пошла отсюда кассета. Не мешай мне. Так, давай, бобер. Главное, успей откатиться, потому что жестко он тут валит. Ну-ка, газовую атаку. И в защиту встанем. Все, будем так бомбить. Что ты там тыкаешь? Давай, 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 давай. Отбегаем, 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 отбегаем. Повар, замечательно. Есть еще, ребята, шанс у нас. Ух! Получит значок. Ты-ты-ли-ли-ли. Задергался, задергался нам, паралитик. Бэм, взорвался, победа. Ну, сколько ты мне? Любит он эту игру, видите, ребят. 3 звезды получил. Ну что же, шикарно. Так. Хрязь. Ноги в разные стороны. Смотрите, там дом. Идемте туда, наберемся сил. Ой, что такое? Ребят, как-то я сомневаюсь, что это дом. Это же огромный робот-джин. Вот это, ребята, и будет у нас, по-моему, последний босс этой игры. Да, вот он, смотрите, у него, ё-моё, он и замедлять может. И помидоры, и яйца, и пердушка, по-моему, да, если не ошибаюсь. Ядрёно ты вошь, это будет очень-очень жестко по ходу дела. Так, ну что, я думаю, что эту миссию мы с вами пройдем уже в следующий раз. Ну, а на этом всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайк. И продолжим уже в следующей серии. И уже стопудово пройдем эту игрулю. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч, ребята. Удачи вам.